Ну что, друзья, вот и очередная трагическая новость. Несколько минут назад в своем телеграм-канале известный российский телеведущий Андрей Малахов сообщил страшное известие. Сегодня утром ушел из жизни известный хоккеист, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Валерий Бочков. Он родился в Краснотурьинске, Свердловской области, выступал за команды «Динамо», «Алма-Ата», «Зоркий», «Красногорск» и «Динамо». Играл за сборную Советского Союза, в составе которой 5 раз стал чемпионом мира. С 1969 по 1977 год играл в хоккей на траве в составе команды «Динамо» «Алма-Ата», в которой 4 раза стал чемпионом. Причины смерти пока не сообщаются. Будем надеяться на то, что родственники охотно пойдут на контакт с прессой, и уже в следующем выпуске, друзья, мы сможем вам кое-что рассказать более подробнее. Оставайтесь с нами, до скорой встречи на нашем YouTube-канале.